В малом зале партии «Нур-Отан» подвели итоги работы Федерации по казах-шакуре за 2014 год. На отчетную встречу приехали знаменитые спортсмены и президент Всемирной Федерации по казах-шакуре Серик Токиев. История этого вида спорта тесно связана с казахским народом. Казах-шакуре является одним из древнейших национальным видом борьбы. В современном Казахстане данное искусство пользуется большой популярностью, а соревнования по казах-шакуре проводятся на праздниках и торжествах. С 1938 года этот вид спорта входит в программу республиканцев. Развитие и процветание этого вида спорта, конечно, зависит от областного управления спорта и от тех людей, кто переживает и болеет за казах-шакурес. Только тогда в нашей стране будут чемпионы Азии и мира.